Ну и будем обсуждать эту тему с Павлом Нарожным, это военный эксперт и волонтер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты только что вот в этом подводке, в этой мы услышали интересное... Э Аргументацию в Нью-Йорк Таймс Нью-Йорк Таймс, не ошибаюсь, да, по поводу того, что оказывается, тактика это mm -hmm. в том, чтобы забрасывать про, 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 проторить дорожку да, для более опытных. То есть, по сути, как бы это какой то ноу-хау военное или как? То есть, ну, вот, Наоборот, живыми, тел, да, живыми телами, то есть, оно эффективно, или это ноу-хау самого Путина и его генералов. Вот, какой смысл в этом? Ну, это, наверное, не ноу-хау, потому что такое Россия практиковала во время Второй мировой войны, но Советский Союз, наверное, все-таки не Россия. И вот они пытаются истощить нашу армию, то есть истощить наших солдат, то есть чтобы они устали, чтобы не закончились боеприпасы, и поэтому они закидывают своими, ну, как это правильно сказать, низкоценными э, вернее, э, солдатами с низкой ценностью, потому что э, там, в первыми в атаку они бросают вагнеровцев, но Сейчас уже дошло до того, что в принципе уже под тем же Бахмутом, под Солидаром они уже отратировали вагнеровцев, потому что они банально закончились. Уже даже зеки, осужденные российские, они прекрасно понимают, куда их отправят и чем это закончится. То есть там по самым скромным подсчетам из 60 тысяч вагнеровцев они уже потеряли 15 тысяч только убитыми. Ну и если 15 тысяч убитыми, то там минимум 30 тысяч ранеными. При этом всем, как ни странно, хоть ну, ходят такие нехорошие Yeah, как это сказать? Yeah. Стереотип про вагнеровцев, вагнеровцы во многом гораздо лучше оснащены, нежели э, с, армия России. Например, у вагнеровцев практически у всех э, раций Моторола ДМР. Это цифровая рация, при этом э, но все рации, которые нам попадают, ну я не единственный волонтер, который там удержал в руках эти цифровые рации, те, которые попадали э, специалистам э, вооруженных сил Украины, э, цифровые рации, которые идут в армии российской, они, там настолько высокий уровень бардака, что даже если поддерживается шифрование, они не прописывают туда ключи шифрования. И наши специалисты, ну, собственно, все разговоры слушают российской армии, то Вагнеровцев, ну, более-менее этот процесс налажен, и э, они, кроме этого, имеют там спутниковые снимки, то есть космической разведки практически нет в российской армии. И при этом всем, при этом всем Вагнеровцев уже практически перемолотили. И сейчас Пригожин занимается тем, что вот пытается набрать новую волну среди осужденных, и даже это не получается. Ну, соответственно, можете представить, какой бардак и какой уровень потерь в штатной армии происходит в российской. А вот тут занимательная арифметика, что называется. Военный обозреватель Александр Коваленко, в частности, посчитал, вывел эм, коэффициент 1,8. Это по поводу убитых и раненых. Да? На, на убитых, я не буду долго вдаваться подробности, он тут это все описывает в своем телеграм-канале. Э, он говорит, что расчет данных с марта 2022 по январь 2023 с коэффициентом раненых 1,8, являющимся среднестатистическим показателем соотношения уничтоженный раненый по состоянию на июль э, 2022 года. То есть реальные потери на сегодня он говорит, что намного выше, чем представлено в официальных отчетах. И он выводит цифру очень просто, путем математических расчетов, 320 936. Это имеется в виду и убитые, и раненые. Как безвозвратные санитарные потери, так и те, которые можно вернуть. То есть, соответственно, может ли это быть правдой? Потому что он тут говорит, что а зачем тогда мобилизация на 300 тысяч человек, если потери, по официальным данным российским, да, который представил там тот же министр обороны России Сергей Шойгу всего на всего 6 тысяч. Этому есть очень простое объяснение. Украинская армия пользуется самым современным оружием, которое есть. Это там Хаймарсы, э, гаубицы 155-го калибра. А все вооружение оно идет по пути. Но ну, если там со времен Второй мировой войны, там, скажем, ну, там, взять калибры, скажем, взять размеры снарядов, взять размеры мин. Э, Тогда все было направлено на уничтожение солдата, а сейчас все направлено на ранение солдата. То есть солдат должен быть ранен, и должен быть ранен тяжело, чтобы за, за ним долго ходили и смотрели. Ну, вот проведу простой пример. Вот Есть такой боеприпас Хаймарсу М30. Ну, это обычный фугас который напичкан вольфрамовыми шариками. Вольфрам – это гипертвердый материал, он, например, прошивает на вылет грузовик вместе с двигателем. И в одном таком снаряде хаймарсовском 182 тысячи, 182 тысячи этих вольфрамовых шариков. Он взрывается над головами у солдат. И все, кто находится в зоне поражения такого, они все будут нафаршированными мелкими вольфрамовыми шариками. И всю жизнь этот несчастный чмобик, которого какой-то там волей судьбы занесло на территорию Украины, ему там будут, я не знаю, из печени, из легких, там, из мышц, из черепа доставать эти вольфрамовые шарики очень мелкие. И вот вся технология военная, она по этому пути идут. Мины, которые делаются противопехотные, они все меньше и меньше становятся. То есть его задача там не убить, убить солдата, а ранить. Ну, то есть, чтобы его после этого отвезли и очень долго лечили. Поэтому с цифрой 1 к восьми ну, я абсолютно согласен, то есть большая часть уходит назад ранеными, а не убитыми. Знаете, я вот сейчас просматриваю цитаты Путина в Волгограде, которые ненадолго переименовали снова в Сталинград, где он выступал а, в честь 80-летия Сталинградской битвы. Ну и эта речь, она уже разошлась по аналитикам, ее пытаются как-то анализировать, не знаю, сколько вообще адекватно можно это анализировать. И вот здесь он снова, я хочу вот процитировать одну интересную, одну из цитат. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, но факт нам снова угрожает немецкими танками, леопард, на борту которых кресты, и вновь собирает Воевать с Россией на земле Украины руками последователей Гитлера и руками бандеровцев выдал кремлевский диктатор, не уточнив, пишет обезреватель, не уточнив, когда же россияне уже уничтожали Леопарда в Украине, если говорят, об этом снова вопрос в следующем. Вопрос в том, по большому счету: на Россию-то никто не нападал. Россия вошла на территорию современного независимого государства, присылает сюда уже, вот, вернее, забирает отсюда уже, по последним данным, да, 200 тысяч, ну давайте пускай будет 130 тысяч, да, убитых россиян, которые непонятно зачем здесь находятся, ну с а, нормальной точки зрения, имеется в виду, с, как это, здорово здорового смысла, да, и снова заявляет, что он против России выступает западное государство и пытается втянуть Россию в войну. Дальше этих слов что будет? Он будет ходить по кругу, либо его вот эти вот очередные угрозы ядерным оружием, что нам есть чем ответить, кроме брони, они снова станут актуальными, как вы думаете? Вы знаете, вот когда Путин пытается что-то рассказывать про историю, мне всегда вот, ну, хочется я просто очень увлекаюсь военной историей, я читал очень много книг, там, ну, я сам правнук там, советского генерала, там, командира пехотной дивизии там, и так далее. Но мне всегда это все было очень интересно. И когда Путин начинает что-то рассказывать про историю, вот в частности про якобы немецкие танки снова враг. Во время Второй мировой войны не было танка «Леопард», не было. Была зенитная установка «Леопард», но это не танк, ну, это другого класса абсолютно вещь. Когда он говорит о том, что там мы там ответим чем-то новым, единственное, что не использовали в войне России против Украины, это ядерное тактическое и стратегическое оружие. Все остальные виды вооружения они использовали. Все самые современные самолеты Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31К сверхзвуковые ракеты «Кинжал» они использовали, ну, может быть, «Оникс» не использовали, но ну, разница там на самом деле небольшая. То есть все, что только можно, они по нам стреляли. Они практически весь свой арсенал стратегического оружия использовали, то есть ракет у них осталось крайне мало. То есть они стреляют по нам сейчас ракетами, которые были изготовлены в четвертом квартале 2022 -го года, ну, то есть вот совсем свежие, которые только-только сошли с конвейера. Если речь идет о эскалации до ядерного оружия, ну, это коллективный Запад, того, которого он так боится и который рассказывает, что якобы он с ним воюет, тогда коллективный Запад действительно вступит в войну. И какой будет ответ этого коллективного Запада? Ну, тяжело сказать, но одна из версий это то, что коллективный Запад уничтожит всю российскую группировку на территории Украины, ну, включая Крым, имеется в виду. А сделать им это очень просто, ну, то есть вот Простой пример. все сейчас говорят про передачу самолетов F-16 Украине. Это самолет четвертого поколения, их в США порядка двух тысяч штук есть. кроме этого, есть несколько сотен самолетов пятого поколения, там F-35. Кроме этого, есть там большое количество бомбардировщиков стратегических и так далее. А у России всего самолетов две тысячи, всего включая там, старые Су-25, там, включая все это старье, которое там, сейчас у них летает. Поэтому противопоставить коллективному Западу, кроме бряцания э, ядерным оружием, ну, практически нечего Путину. Параллельно просто с этим выступлением пропагандистские каналы во всю раскручивают тему, что у них есть некие сомнения, что НАТО может использовать пятую статью, если вдруг будет атака на одно из государств членов нато но э, вопрос еще в следующем он же сказал что его миссия это защитить и сохранить россию так ведь получается по вот этой шизоидной логике далее чтобы защитить россию необходимо уничтожить соседнее государство или чтобы защитить россию необходимо уничтожить америку или чтобы защитить россию нужно в общем-то взорвать мир или как ну, вот я всегда мне очень тяжело как-то оценивать действия Путина по поводу того, что не будет пятая статья использоваться. Украина не была членом НАТО и не является членом НАТО на текущий момент. Но по сути то, что произошло после нападения России на Украину, произошло ну какое-то частичное, да, то есть триггеринг этой пятой статьи. То есть нам все практически члены НАТО предоставляют военную помощь в виде передачи оружия. Конечно же, не воюют солдаты НАТО, ну, вернее, вооруженные силы стран НАТО не воюют. У нас есть отдельные там добровольцы, да, которые появляются, но это речь идет там, там до сотни, может быть, до пары сотен солдат суммарно. Но армии стран НАТО у нас не воюют. И когда произошла вот эта вот не спровоцированная атака России на Украину, это сплотило все страны НАТО. И НАТО на текущий момент гораздо более сплоченные, чем были буквально год назад в январе прошлого года. Все прекрасно понимают, кто враг, все прекрасно понимают, что произойдет. Но если раньше там были какие-то сомнения, это где-то происходит далеко, там в какой-то Чечне, то Украина это европейская страна. Украинцы европейцы, они говорят там на английском языке, они говорят на французском языке. Они очень близки с поляками, с Латвией, Эстонией, ну, всеми историческими корнями очень близки. И все прекрасно видят что то, что делает Путин в Украине, это называется геноцид. И это будет повторено в любой другой стране мира, на которую Путин придет ее освобождать, как они это говорят. Поэтому про то, что пятая статья не будет работать, это неправда. Она будет работать, и в случае нападения на любую страну НАТО ответ будет достойный. Кстати, давайте немного вернемся к вопросу мобилизации 300 тысяч. Я напомню, да, официально, а вообще идет речь о том, что уже и полмиллиона фактически готовы. Так вот, две-три недели, как говорится, да, было бы смешно, если бы не было так грустно. На данный момент российские оккупанты готовятся к февральскому наступлению, и уже увеличилось количество обстрелов и атак в направлении, например, Сватова и Кременной. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации. Сергей Гайдай. Давайте его послушаем и продолжим. Увеличилось количество атак на сватово-кременном направлении. Ждем: в феврале на разных базах будет окончание двухмесячной подготовки тех российских оккупантов, которых недавно набрали по всей России. Где раз, где-то две недели, чтобы они закончили обучение, и еще пару недель логистики, чтобы их перебросили в Луганскую область. Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации. Ну вот, собственно, да, две-три недели, пару недель, о которых говорит Сергей Гайдай. Смотрите, тут нужно сразу разобрать, потому что сейчас много версий о том, когда и где будет наступление и какой именно дате. Ну, мы понимаем, что 24 февраля ну, обязательно должно что-то произойти, да, но тут вопрос в том, где будет на востоке, либо на юге, есть вариант, да, чтобы там морской десант и так далее. Всего перечислять не буду. Либо параллельно могут быть. Также о Киеве не стоит забывать, потому что, ну, сбрасывать со счетов э, белорусскую ту же группировку не стоит. Харьков остается под вопросом. Вот где в первую очередь нужно ожидать усиления э, навалы? Вот чисто с военной точки зрения было бы... Абсолютно логично Путину напасть с севера. Но он этого не сделает. Почему он этого не сделает? Потому что, ну, во всяком случае, сейчас никаких предпосылок к этому нет. Потому что вся группировка российской армии в Беларуси примерно 12 тысяч солдат. Они там стоят без тяжелой техники, без артиллерии. Ну, соответственно, если они пойдут, то для них это будет самоубийственная операция на севере Украины. Леса, болото, речки, все это дело не замерзало, ну, потому что мороза у нас этой зимой не было, зима очень мягкая. То есть зайти, передвигаться по, там есть три несчастных асфальтированных дороги серьезных, ну, по которым могут пройти тяжелая техника. Все эти дороги будут хорошо охраняться, они хорошо будут простреливаться. Идти по бездорожью, ну, это самоубийство. Ну, соответственно, северное направление крайне маловероятно. Оно было бы логично, почему? Потому что с военной точки зрения отрезать поставки было правильно. Ну, то есть отрезать Украину от западных поставок. Для этого нужно было отрезать Львов, Ивано-Франковск, ну, вот эти все направления западные. Но они это не смогут сделать. Логично, что сделать сейчас, вот если посмотреть на карту фронта, она таким полумесяцем. И вот середина этого полумесяца, это примерно Донецк, Бахмут, вот где, собственно, идут сейчас самые яростные бои. И э, абсолютно логично наступать им в сторону Донецка для того, чтобы сделать короче линию фронта. Сейчас она очень длинная, порядка полуторы тысяч километров. Ее тяжело как удерживать Украине, так ее тяжело удерживать и России. Ну, то есть полторы тысячи километров – это страшно растянутая логистика. Они находятся на территории, которая, на которой уничтожена инфраструктура, на которой нет ничего практически ну как сказать ну вот город Донецк он практически целый потому что не, под, не подвергался обстрелам а все что находится в прифронтовой зоне практически там ничего нет то есть там нет ни воды ни газа ни света ничего соответственно крайне сложно там поддерживать все в работоспособном состоянии обслуживать там солдат лечить их там кормить и так далее нападать в сторону со стороны юга крайне сложно есть такая штука речка Днепр в Херсонской области она там самая в самом узком месте там 500, по-моему, 50 метров, в самом широком километр-два. Снова-таки она не замерзает, ну, потому что морозов сильных не было. Штурмовать Днепр, ну... Когда Советский Союз штурмовал Днепр во время Второй мировой войны, потеряли порядка 400 тысяч солдат на этом штурме. Ну, соответственно, Россия этого не сможет потянуть. Нападать в запорожской области, там очень хорошие, очень серьезные стоят украинские войска, там тоже идти крайне сложно, потому что это степь, нет никаких, где укрепиться, зачем там зацепиться, скажем так, во время обороны, во время нападения. Потому, поэтому юг крайне меловероятно. Поэтому остается одно направление, это Донбасс. Вот там да, там у них хорошая логика. Там они могут через границу поставлять а, живую силу снаряды и так далее. Но мы там очень хорошо укрепились. Там 7-8 линий обороны. Вот когда говорят: там отошли от Солидара, там, украинская армия не просто там куда-то бежала, панически бросая оружие, а отошли на хорошо укрепленные и заранее подготовленные линии обороны. Это накопанные копы, блиндажи, огневые точки, командные пункты и так далее. И таких линий обороны там накопано 7-8. Ну, соответственно, мы можем маневрировать, можем отходить, можем наступать. И, ну, то есть мы там себя чувствуем как дома. А какой-то там проблемы удерживать эти рубежи я не вижу. Павел, ну, мы всегда говорим о том, что не стоит недооценивать врага. Поэтому задам вам вопрос как специалисту. Все-таки, наверняка, есть какие-то ну, сильные стороны, кроме того, что количество превышает наших войск. И мы понимаем, что среди огромного количества совершенно неподготовленных... Абсолютно э, демотивированных людей есть и те, которые имеют и самоуверенность, и упертость такую, в общем-то, да, а может быть и страх, что обратной дороги нет, и поэтому вынуждены это делать. Какие сильные стороны есть у России на сегодняшний день? Но они могут кинуть, у них есть действительно подготовленные боеспособные военные части, там морская пехота, например. Но то случилось, например, 100, 100, со 155-й бригадой, это вылезло, не знаю, выскочило в публичную плоскость, там, когда э, сами эти морпехи начали жаловаться, что у них более 50% потерь в элитной военной части, которую бросили, ну это как бы военная часть, которая там для всяких специальных операций, там, а и бросили в лобовую атаку в Бахмут э, штурмовать бетонированные укрепления украинской армии. Там больше 50% этой военной части погибло. Кроме этого, у них есть и другие боеготовные части. Но в то же время, ну, какие цели сейчас перед собой ставит Путин? Захватить Угледар. Угледар – это районный центр, в котором там 10 тысяч населения было до войны. И захватить Запорожье. Вот. И какая военная цель будет достигнута? Да никакая. Ну, то есть Угледар не имеет какого-то стратегического значения. Запорожье – да, там есть куча индустрии и так далее. Но в то же время, вот за время войны был оккупирован один областной центр, это Херсон, и мы его освободили. И точно так же в случае, ну я не верю, что Запорожье будет оккупировано, но даже если это случится, даже если мы себе представим невероятное, мы точно так же освободим Запорожье, это вопрос времени, когда это произойдет. Почему так? Потому что мы ожидаем поставок самого современного западного оружия. Это танки «Леопард», это танки «Абрамс», это дальнобойные ракеты GLSDB. Ну, то есть сейчас у нас есть ракеты с дальностью 84 километра, а через несколько месяцев у нас будут ракеты с дальностью 150 километров. И как бы момент в том, что ракеты, которые есть у нас сейчас, они очень дорогие, они там по 200 тысяч долларов стоят эти 80 километровые, а 150 километровые делают из запчастей, которые есть на складах американской армии, они стоят по 50 тысяч долларов. То есть они более дальнобойные и более дешевые. Ну соответственно количество этих ракет нам будет передано, передано неимоверное. Ну, соответственно, тренд, который есть, это более технологичное, более дальнобойное, более мощное оружие украинской армии. А тренд, который есть у российской армии, это большое количество слабо, слабо обученной и слабо мотивированной пехоты, которая будет воевать против современного оружия. Ну вот, кстати по поводу угледара там же тоже тихоокеанские морпехи штурмовали и серьезные потери понесли кстати александр коваленко который сегодня цитировал тоже понравилось его просто выражение по поводу угледара что рожденный плавать на суше медуза да, но э, если отставить шутки в сторону, то вот э, генералы готовы пустить на фарш десятки тысяч солдат. Именно с таким заголовком вышла статья в издании «Медуза» о дальнейших планах России в войне против Украины. Журналисты ссылаются на анонимный источник в Кремле и сообщают, что российских генералов не остановит даже то, что они четко понимают: создать группировки своих войск незаметно от украинской разведки не удастся, а их солдаты точно будут целями для хаймарсов и украинской артиллерии. Ну, Хаймарсы, э, на самом деле, это скорее для э, складов с боеприпасами. Да, украинская артиллерия, ну да, в несколько линий может перемолоть, но все равно их же много, объективно. Вы знаете, вот я другие примеры, можно привести. Все представляют себе артиллерию, это вот как один такой выстрел, который попадает, ну, например, там в танк или в какой-то склад, и он взрывается. Но артиллерия работает не только так. В артиллерии есть масса различных типов боеприпасов. Но вот есть такой Золкин у нас, журналист, который допрашивает этих, ну, или не допрашивает, я бы назвал это беседует с этими пленными, то есть это больше такой дружественный разговор. Вот недавно там был очень такой знаковый разговор с сапером российским, который попал в плен. Он рассказывает, вот там солдаты сидят, значит, на своей позиции. В ночи происходит обстрел. И какой-то обстрел такой странный, ничего не взрывается. Что-то они стреляют эти украинцы и, и ничего не падает, не взрывается. Утром выходит солдаты и видит возле своего блиндажа такую серую банку. Он бьет по этой банке ногой, она взрывается. Это называется дистанционное минирование позиций, сковывающее. То есть засыпают вот такими минами, которые специальные мины противопехотные, которые вот сделаны э, там по всем стандартам, по всем соответствию всех международных соглашений и так далее. И таким образом останавливают врага прямо на его позиции. Точно такие же есть мины противотанковые, которые останавливают наступление. То есть удаленное минирование вот такими вот снарядами делается. Ну, соответственно. Количеством сейчас никто не воюет. Сейчас воюют дальнобойные, высокоточные артиллерии. То есть концепция такая с, 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 с очень далекого расстояния уничтожить какой-нибудь там э, командный пункт и обезглавить военные подразделения, сжечь технику, сжечь топливо, и, а дальше уже эти пехота и нечем будет просто воевать. У них не будет припасов, у них не будет э, электроники, у них не будет связей и так далее. Я вот не согласен, когда вы говорите, что артиллерия стреляет по складам. Макеевка – яркий пример. Когда собралось достаточное количество мобилизованных в одной точке, не пожалели целых семь ракет, и эти семь ракет прилетели и убили 500 российских чмобиков. И я более чем уверен, что если будут обнаружены точно такие же скопления российских солдат, то не пожалеют этих дорогих американских ракет и будут ими стрелять по пехоте. Единственное, Павел, я добавлю, что там два в одном было. Там просто боеприпасы находились под э, вот теми, кто собрался да. в этом ПТУ. Э, спасибо вам большое за этот анализ. Павел Нарожный, военный эксперт и волонтер, только что был на связи со студией.